Всем-всем привет, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на канал наших друзей. Ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. В Санкт-Петербурге на 67-м году ушел из жизни театральный режиссер Владимир Туманов. Почти 10 лет он служил главным режиссером театра в Новосибирском. Это невосполнимая утрата для нашего театра. Это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы, сообщается на официальной странице театра ВКонтакте. Туманов родился 19 сентября 1953 года. В 1977 году он окончил режиссерский факультет, курс Кагородского. Свой дипломный спектакль «Борцы» Карасов поставил в Коломсанском драматическом театре. Первые самостоятельные творческие годы режиссера связаны с ленинградским ТЮЗом имени Брянцева, где он еще студентом принимал участие в работе театра «Пятый этаж». Позже работал в ленинградском театре «Эксперимент» и тульском ТЮЗе, а потом в течение 10 лет в Венесуэльском театре русской драмы, где поставил около 30 спектаклей. В 90-е годы Туманов работал в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, где поставил «Мурлин Мурло», «Коляды», был сорежиссером постановок «Льва Додина», «Любовь под вязами» и «Вишневый сад». В «Бесах» по мотивам романа Достоевского сыграл роль Шигалева. В театре на Литейном выпустил спектакль «Строитель Сольнис». В 1999 году поставил в Балтийском доме спектакль «Без вины виноваты». В 2011 года главный режиссер театра на Васильевском. Друзья, не забудьте подписаться на канал наших друзей, поставить нам лайк и написать комментарий. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока.